Я вас приветствую. С вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я хочу вам представить новый вариант 2+1 в открытом районе для ВНЖ. Этот район близок к центру города, максимум 3 километра. Район называется Джумурьет. Здесь также есть песчаный пляж, но где-то плиты. Расстояние до моря максимум 300 метров. Отсюда прямо выходим к морю. Вот я отсюда даже вам сейчас покажу. Видите, кусочек моря видно. Там 4 здания. Вот за тем зданием моря. Первая линия. И какая мягкая мебель. Диван такой вот. Здесь второй балкон. По вечерам здесь мало машин проезжает. Это серединная дорога, мало востребована. И здесь балкон, он побольше, где-то 10 квадратных метров. Проект маленький, состоит из одного блока. Ухоженная территория, очень хорошая управляющая компания. Ну и айдат высокий. Там вы увидите внизу. Так как один блок. Так. Застрял. Продается квартира под ключ. Бытовая техника под устало. Профилу холодильник. Там А+, да? А категория А, энергосбережение у него здесь. А ров. Bosch индукционная. Bosch это просто электрическая плита. А ров вытяжка. А ров духовка. Тоже первый раз вижу фирму А ров. Мраморная столешница. Профиля посудомойка. Прихожая. Нормально, прихожая, где-то тоже 8 квадратных метров. Полезная площадь. Так, спальня. 11 квадратных метров полезная площадь. Кондиционер здесь инверторный, Висман. Даже есть сейф в стенке. Так. Дорогая кровать, как мне объяснили, Avensis. Какие интересные. Один санузел. Стиральная машинка тоже профила. Термостат, ага. А здесь у нас спальня где-то 13-14 между ними квадратных метров. Уже на глаз знает, так у меня лазерный измеритель в машине. Время на это не терять. Да. Здесь 13-14 квадратных метров как минимум. Может быть и 15. Полезная площадь. Все нетто. Тут 90-93 квадратных метра. Вид из спальни. Тут в основном пятиэтажки в этом районе. Так, все показал. Сейчас покажу территорию. На этаже у нас 3 квартиры. Средний этаж. Год постройки 2005-2006 год. Есть у каждой квартиры здесь кладовка внизу. Там надо зайти, закрыто.
Маленький бассейн. Видеонаблюдение 7 дней 24 часа. Маленький бассейнчик такой. Все чисто, видите, да? Все как надо, ухоженная территория. Такой вот фасад здания. Айда здесь 50 евро. Так, в сторону покажу. Ну, деньги постоянно в бюджете есть, что-то надо доделать. Они вот здание недавно покрасили, кажется, 2 года назад или год назад. Зато все в шагу доступно, вся инфраструктура рядом для жизни. Торговый центр Алани в той стороне, надо перейти дорогу. 300-400 метров до него, кажется, если память меня не ошибает, да. Рядом есть парки, маркеты всякие, сеть магазинов. Бим, Шок, Мигрос, Карифурса, все в шагу доступности. Итак, цена, дорогие зрители, 149 тысяч евро. Айдат, я вам уже сказал. Подходит под ВНЖ. Есть также другие варианты. В районе Тосмор, у речки Дим, у моря у меня за 140 тысяч евро 2 плюс 1. Тоже подходит под ВНЖ. Хорошая локация, песчаный пляж там. Здесь тоже песчаный пляж. Ну, есть бюджетные варианты, есть варианты премиум класса. Все, жду вашего звонка. Всем пока-пока.